проверить свою стрессоустойчивость, начните снимать просто в общественном месте, когда вокруг вас сидят по 6-7 человек, именно возле вас. Здесь куча столиков, я нахожусь в кафе, но все сидят рядом и слушают, что ты тут делаешь. Ну, не суть. Окей, посмотрел я ваши комментарии, почитал к предыдущему ролику. Касательно мусора. Когда я выезжал с дока, я видел, что там валяется мусор. Я постучался в дверь, но никто не открыл. А времени, чтобы искать кого-то там, чтобы они забрали мусор, у меня просто-напросто не было. Я находился недалеко от дома, недалеко от Чикаго, и у меня впритык было время, чтобы я успел приехать на свое парковочное место, там, где я ставлю трак, и после этого пойти домой. Если бы еще провозился минут 10, то мне пришлось бы уже какие-то манипуляции сделать с тем же самым электронным ноутбуком, а я этого делать просто не хотел. Итак, касательно этой недели. Неделя у меня началась, как правило, в Чикаго, раз я там живу. Соответственно, груз мне нашли на Юту. После этого я поехал на Айдахо, перегрузился и поехал уже в Нью-Джерси с первой доставкой. Вторая доставка у меня была в Массачусетс. В общем, путь был не близкий, и это вторая неделя в 2018 году, когда мне пришлось сделать рестарт вне дома. Это печально, мне это не нравится, но такова реальность, таков логбук электронный. Это его правила, 9 точнее правила. Ну, к этому мы еще вернемся. А сейчас поехали дальше на Флориду. Также менее 5 миль в час передвигаюсь сейчас по ярду, заправился. Но еще чек не забрал, надо будет пойти забрать чек. Но не стал занимать пампу, потому что там уже очередь скопилась из траков. Не хотел оставлять там, а решил запарковаться, тем более так удобно. Здесь расположено место одно свободное. Здесь я останусь. Кстати, скол, он немножко, мне кажется, расходится. Либо надо с этим стеклом что-то сделать, либо уже менять стекло, когда разойдется полностью. Вот, поэтому не знаю. Вроде как $300 стоит новое лобовое, новый виндшилд. В общем, пока оставлю так, а если уже и расколется, то тогда уже и буду менять. Поговорил сейчас с американцем. Спросил, для чего я снимаю видео? Я говорю, у меня есть свой YouTube-канал о трекинге, о жизни и все такое. Показал я ему какой-то один из роликов. Он не досмотрел до конца и смотрит на меня с такой загадкой непонятной. Я думаю, что-то не то. Он говорит, ты серьезно? Я говорю, в смысле? И ты, говорит, с такими видео, с таким дизайном, говорит, трекингом занимаешься? Тебе, говорит, надо заняться серьезно продакшеном. Продакшен — это производство видео. Я говорю, да, ну не знаю, я говорю, мне это хобби для меня. Он говорит, подумай об этом серьезно. Вы, кстати, мне тоже об этом все пишете. Но в эту индустрию не так легко устроиться. Во-первых, знать хорошо язык, потому что монтировать можно все, что угодно. Это будет выглядеть красиво, но при этом смысла будет не особо. Поэтому надо учить язык, надо, в общем, учить язык. В общем, заправился на $800 суммарно. Купил еще омывайку с деайсером. Не знаю, насколько она помогает, но, в общем, если немножко помогает, то помогает. Еще там надо было купить щетки. Но щетки, которые обычно ставлю, Rain-X, их здесь не было. Уже ладно, на следующем тракстапе посмотрю. Ну все, продолжаем путь. А, да, надо поесть, точно, почти забыл. Нет, тут я не пройду. Чувак парковаться не умеет. Запарковался как попало, не пройти, не проехать. Заметили?
вижу, человек идет в футболке. И здесь люди идут в футболке. И мне как-то непривычно. Я с утра сегодня выехал с Чикаго. Было минус 12 градусов. А тут люди в футболке ходят. Мне кажется, я зря одел толстовку. Прям реально тепло. Ситуация по сути та же самая. Мне сейчас надо заправить 50 галлонов просто для того, чтобы с утра был бесплатный душ. Не более того. Все одной транзакции, поэтому я пистолет не поставил сюда и буду продолжать эту же самую транзакцию уже доливать в рифер. Опять такая же канитель. 49 галлонов и все. В общем, я опять использовал свою Fleet One карту, удалил еще 5,5, больше не поместилось. В общем, не знаю, проканает, не проканает, две транзакции. Чтобы суммарно получилось больше 50 галлонов. Но это, видимо, только с утра. Ехать мне еще до доставки во Флориду 9 часов. Выезжать могу, в принципе, через полчаса. Решил сходить в душ. Благо, вчера вечером мне все-таки удалось сделать трансфер суммарный с двух транзакций топливных. В общем, получил я бесплатный душ. И сейчас иду в душ. Свежо. В общем, ребята, случай такой. Делайте добро, и добро вам возвратится. Пусть даже какое-то мелкое, но тем не менее. Пару недель назад я был где-то на Flying J, по-моему, и ребятам не хватило душа. В общем, у них был на накопительной системе всего один душ, а там было два водителя, возможно, это просто был водитель со стажером. Поделился душем, так как накопление у меня побольше. Трачу я свои души один. Сейчас произошел аналогичный случай. Я, в общем, забыл свое портмоне в траке. А запарковался я аж где-то там, в тумане. Как ежик в тумане. Получается, что поискав по карманам, я понял, что придется сейчас возвращаться. А возвращаться было прям реально ломы. И рядом стоял в очереди чувак. Он просто без слов просканировал. Сказал: на здоровье. Пользуйся. Так что... добро мелкое, но приятное. Интересно, как выглядит съемка с дрона во время тумана? Надо посмотреть. Thank you.
поговорить, и уже въехал в этот штат, уже заметно, что поменялась погода. Все признаки того, что я нахожусь уже в теплом штате, в теплой местности. И вроде как давно еду, и надо что-то записать для влога, а в голове какой-то сумбур. В голове какие-то воспоминания, когда мы жили здесь, во Флориде. Как это было, что это было, каждый день дома. И невольно задаешь себе вопрос, а стоит ли оно реально того, работать на траке. Я к тому, что забирает это очень много времени и очень-очень мало и редко бываешь дома. Но когда вспоминаешь зарплаты, которые здесь были, когда пашешь как папа Карло на двух работах, денег хватает только на то, чтобы отдать аренду, что-то покушать, одеться, может быть, изредка отдохнуть. То есть все эти моменты, которые мы, в принципе, имели дома. Но хочется чего-то большего, и поэтому понимаю, что надо работать. Надо вкалывать, надо развиваться пока на этой работе. Вы очень часто, кстати, спрашиваете меня вопрос о том, что с QA. Что я думаю? Я думаю, сначала надо создать плацдарм, создать платформу, которая будет давать мне какой-то заработок. Поэтому такая моя позиция касательно развития, как я вижу дальнейшее будущее. Есть планы, конечно же, еще... В общем, в голове очень много планов, времени что-то не особо хватает на все, поэтому, не знаю, надо как-то систематизировать все в голове, расписать и, в общем, шаг за шагом двигаться вперед. Ну, а я еду на доставку. Осталось буквально 110 майлов, и это примерно 2 часа. Как я уже говорил в начале ролика, мне пришлось встретить рестарт, второй рестарт за 2018 год вне дома. Мне, конечно же, это не нравилось, и мне непонятна вообще идея самого рестарта. Проехал я 7 дней, потратил свои 70 часов на драйвинг и должен сделать рестарт 34 часа. Для чего? Кому он нужен? Если они преследовали цель, чтобы я немножко развеялся от обстановки тракинга, то они не угадали. Я, если пропустил этот момент и оказался вне дома, то меня это будет еще больше напрягать, что я где-то вдали от дома, что я не с семьей и провожу время, возможно, даже где-то на рестерии. Конечно, можно рассуждать таким образом, что я должен планировать свои поездки так, чтобы я успел вернуться домой. Но я был, к примеру, в Айдахо, Юта, и ехать мне на Нью-Джерси 2400 майлов. И я, по сути, планировал так, что я успеваю сделать доставку и в Джерси, и, конечно же, подняться потом на Массачусетс на вторую доставку. Но погодные условия меня немного задержали. В Айове был, кто следит за моим инстаграмом, в Айове была не очень летная погода, был гололед, и, в общем, мы надолго встали просто в трафике. Когда я приехал на доставку в Нью-Джерси, с Нью-Джерси до Массачусетса мне оставалось ехать еще 6 часов. Но логбук позволял мне только 3 часа драйвинга. Что мне в этом случае делать? Если я проеду полпути и остановлюсь делать рестарт, то как я объясню брокеру о том, что, извини, я не смогу сделать доставку завтра, к примеру, ночью, потому что у меня рестарт. И не факт, что мне хватит еще топлива в баке трейлера, чтобы все это время он колошматил и охлаждал продукцию. В итоге у меня осталось всего 3 часа драйвинга на этой неделе, после чего этот лимит 70 часов для меня вышел. И мне пришлось ждать следующего дня, 12 ночи, чтобы 8-й день, который был предыдущий, а мы знаем, что логбук мы должны хранить за сегодняшний день плюс 7 предыдущих, и суммарно нам дается на этот период 70 часов драйвинга. Соответственно, когда 8-й день у меня стерся, то есть самый первый день стерся, и второй стал первым. Соответственно, у меня время, которое я был в драйвинге на прошлой неделе, 7 дней назад, у меня, соответственно, этот драйвинг появился на новый день. И это мне дало дополнительно 4 или 5 часов, я уже точно не помню, что покрыло мне путь из Нью-Джерси до Массачусетса. И тем не менее, таким образом двигаться я, конечно же, не мог. И мне пришлось встретить рестарт уже в самом Массачусетсе. Но там недостаточно рестерии. Я не хотел оставаться на 34 часа где-то в Я не знаю, каким образом мне удалось доехать до следующего пикапа и уже там встретить свой рестарт.
Но опять-таки, я находился вне дома, я морально, физически не отдохнул и находился в траке все 34 часа. Это жуть. Так что, я не знаю, вам, возможно, как водителям, периодически присылают какие-то петиции, люди подписывают их о том, чтобы внести какие-то изменения в DOT. И эти петиции подписываются тысячами людьми, чтобы хоть кто-то обратил внимание. Очень часто присылают такую информацию, чтобы продлить период, открытый период, рабочее окно с 14 часов увеличить до 16. Но я не уверен, что это особо поменяет как-то картину. Вот если честно, для меня лучше было бы убрать вообще рестарт. То есть, как только я поездил, заработал какую-то денежку и решил поехать домой, я не хочу, чтобы мне как-то что-то препятствовало этому. Поэтому, я не знаю, вопрос к вам. Что бы вы предпочли? Увеличение рабочего окна, к примеру, с 70 часов до 80, и после этого рестарт встретить? Либо полностью убрать рестарт и кататься, как мы катаемся? Да, Маркуш? Да. Да. Так что напишите в ответах, как вы думаете, что было бы лучше и адекватнее. Только надо писать, что вообще логбук выкинуть, без правил ездить. Все-таки они как-то, хоть как-то, не как-то, как-никак, они заботятся о сейфти и так далее. Но надо идти навстречу водителю, его желаниям. В общем, напишите, как вы видите эту ситуацию, чтобы вы изменили, но все-таки оставаться в рамках адекватности. Что? Ты когда меня звал, я пишу, что сказать «да». Чтобы сказать «да»? Дома хорошо. Ты дышь. Молодец.